Региональный самолет. Какой он? На этот вопрос должны ответить участники круглого стола, посвященного проблемам арктической авиации. В течение дня в зале КДЦ «Арктика» будут совещаться эксперты в области авиастроения, представители морского авиаотряда и потребители услуг авиаторов. Докладчики расскажут о перспективных разработках в области авиастроения и бортовой аппаратуры, специфике грузовых и пассажирских перевозок в условиях Крайнего Севера, подготовке кадров. На открытии круглого стола с приветственным словом выступил епископ Нарьян-Марский Мезенский Яков, ректор Северного Арктического Федерального Университета Елена Кудряшова и врио главы региона Игорь Кошин. Он обратился к участникам с просьбой предложить региональный самолет, который мог бы устроить весь российский север и стать таким же массовым и универсальным, как Ан-2. Почему мы на всех уровнях поднимаем вопрос о создании единого типа регионального самолета? Потому что авиация не терпит как минимум двух вещей. Она не терпит суеты и мельтешения.